У нашего шоу-бизнеса, если мы говорим про эстраду, если мы вот узкий сегмент берем, про эстраду и про мюзиклы, у русского шоу-бизнеса, у этого сегмента шоу-бизнеса есть свое лицо, или это глобализация, и это просто вот такое же, собственно, лицо, как и у американского шоу-бизнеса? Вот в этом вся, наверное, проблема, что у нас своего лица нет. Нет, и оно было возможно, было в какие-то времена, когда? Оно возникало во времена Исаака Дунаевского, во времена даже в 60-е, 70-е годы нашей эстрадной песни, там Аркадий Островский, Бабаджанян, Фраткин. Это было наше. Это было наше, это было очень интересно, так же как кино. Оно было наше. Вот сейчас мы говорим, ох, какое было кино, сейчас его тоже нет, потому что оно размылось. Оно совершенно не носит никакие черты, ничего нашего. Нашего я не имею в виду грубо, там, наше, что-то чисто русское, там, или японское. Японское кино очень отличалось именно таким фольклорным моментом, японское кино. Но и философским тоже. Вот у нас не отличается ничем. Поэтому и музыка тоже такая же у нас абсолютно. А есть английская, она существует, есть американская, есть французская, есть итальянская, есть даже турецкая, есть испанская, но нет сегодня в мире русского шоу-бизнеса. Нет, увы. Но деньги-то при этом в отрасли какие-то есть. А есть, они тоже несравнимы с тем, что какие там крутятся деньги. Они тоже несравнимы, хотя, наверное, людям достаточно этого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.